20 семей Ульяновска получили ключи от новых квартир из рук губернатора Сергея Морозова. В регионе начала действовать новая программа переселения граждан из аварийного жилья. Ваше обращение и в общественную палату, и постановка на контроль этого вопроса секретарем общественной палаты, ваше обращение ко мне лично и наши с вами со многими встреч привели к тому, что вы получите квартиры. Новая программа рассчитана на ближайшие 6 лет. А это значит, переселение ожидает свыше 3500 граждан из 171 аварийного дома или 1500 квартир. Данную программу мы предполагаем реализовывать совместно с федеральным центром, с фондом реформирования ЖКХ. Но федеральный центр подключится с финансированием только начиная с 2019 года. В 2018 году программа реализуется полностью за счет средств регионального бюджета и бюджетов муниципальных образований. Первыми в этом году в новые комфортабельные апартаменты переедут жители аварийных домов номер 84 и 88 по улице Локомотивная. Там была двухкомнатная, дали так уже равноценные, красивые. Ну, правда, последний этаж, но ничего, свежий воздух. То есть вы уже Да, видели. Там ремонт хороший, хорошо. Все, отделка там сделана. Всего же в этом году в рамках реализации программы планируется переселить жителей 9 многоквартирных ветхих домов. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.